Приветствую у себя на канале. Меня зовут Андрей. И сегодня я отправляюсь в небольшое путешествие. Давно готовился к нему. Давно собирал, так сказать, инвентарь. И сегодня я вам все покажу. Я думаю, будет интересно. Тем более, смотрите, какая чудесная погода. Какие пейзажи. И какая природа здесь. Место буквально нехожено. Кто-то был пару недель назад на снегоходе. Вот, и больше здесь никого не было. Неизвестно еще, докуда доведет меня эта буранка. Отправляюсь я к озеру. Озеро не совсем обычное. Но все по ходу. Сегодня я на своем, будем его называть, Фениксе. И вот так вот загруженный полностью санями. Сегодня у меня очень много вещей, но все покажу постепенно. Сейчас у меня около 4 километров дороги. И надеюсь, я ее преодолею. И будет классно. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее. Я думаю, сегодня будет интересно.
Все, приехал я на озеро. Правда, не найду заезд. Сейчас будем прокладывать. Чуть-чуть мимо проехал. Придется сейчас язык заплетается уже. Да, дорога нелегкая оказалась. Варежку потерял. Я бы ее, конечно, бы на обратном пути бы подобрал. Но... У нас сегодня 20 градусов минуса. Погода немного потеплела с последних морозов. Вот, и решил я сегодня не откладывать это дело, так как уже давно планировал. Ну и ехать куда-то. Ладно, сейчас буду разворачивать снегоход. Ну и посмотрим, как я сюда проеду. Да, друзья, проехать-то сюда непросто будет. Снегоход где-то в том районе. Как-то мне придется уходить с колеи, потому что я здесь застрял нормально. В идеале бы вообще через лес дорогу. Вот так вот, друзья, я встрял. Поехал не в ту сторону. И получилось, что на горку не могу я прицеп свой утащить. Сейчас придется отцеплять, забираться на гору, там где-то разворачиваться, ну и ехать в обратку. Дорогу вроде бы нашел, попробовать ее пробить.
Thank you.
Ну вот такая вот, друзья, домашняя обстановочка, блин, как дома. Мой новый передвижной дом. Эта палатка была приобретена благодаря вам, благодаря вашим донатам. Кто скинулся, эти деньги были вложены в покупку вот этого небольшого жития, жилья. Также у меня есть две раскладушки, два стула, но так как я сегодня один, взял сегодня один стул, стол. Вот, ну я доволен. Сегодня я ее разложил первый раз. Конечно же, я мог это сделать где-то дома у себя, на огороде, но уже как второй месяц она лежит. И я все ждал вот этого момента, чтобы куда-то уехать далеко, в какое-то красивейшее место, отдаленное от цивилизации. И вот это вот все поставить, разложить, посмотреть, как оно внутри, как вообще это все происходит. В палатках у меня опыта не было еще, никуда я не выезжал. Есть у меня пару палаток быстро раскладных, но они летнего варианта. Но вот такой вот настоящий дом, в котором можно находиться зимой. Как видите, печка у меня каминного образца. Специально брал, чтобы она мне напоминала землянку, так как в землянке и первая задумка была создание, когда я поставил печку, сделать ее в виде камина, и дверца была у нее с круглым стеклышком. Поначалу классно это все было, но перепад температур, к сожалению, стекло лопнуло и пришлось заделать просто железякой. Вот, ну а здесь уже заводское, все должно работать, все должно быть классно. Я, честно сказать, доволен. Доволен просто, просто не передать это словами. Просверлил пару лунок, чтобы убить несколько зайцев. Попробуем сегодня что-то половить. Озеро здесь перспективно тем, что здесь обитает ротан, такая прожорливая очень рыба, и здесь он довольно крупных размеров. Конечно же, лучше его бы поискать, походить. Но у меня сегодня задача провести вот время в таком уюте, растопить печку, приготовить что-нибудь вкусненькое. Ну а рыбалка это на втором плане. Поставим камеру, посмотрим, что там под водой, какая рыба ловится и будет ли она ловиться. Маршрут сюда был очень сложный, сложно было пробраться, убил я кучу времени, а выезжал я сегодня по темноте ранним утром, и вот уже, наверное, середина дня, солнце буквально еще чуть-чуть постоит и будет заходить.
печку затопил довольно быстро. Дрова разгорелись, и уже здесь вообще комфортно, тепло. Сделал, чтобы выходил воздух, потому что изначально сильно надымило. Вот труба довольно маленькая. Это у нас на 65, по-моему, или на 60. Вот. Все советуют на 80, но по возможности в дальнейшем, возможно, переделаю, сделаю 80-ю трубу. Но пока вот так вот на 65 открыл поддувало, чтобы воздух свежий заходил. Дров заготовил. Мне этого сегодня хватит. Время у нас уже прошел обед, время второй час, и буквально через 2 часа уже будет темно. Сегодня с собой взял подводную камеру, чтобы посмотреть, что здесь у нас есть, что за рыба. И сейчас как раз хочу этим заняться. Так, глубина у нас здесь что-то не шибко большая. Возможно, изначально надо было проверить это. Ну да ладно. В прошлом году примерно в этом же месте был. Ловили крупного ротана. Вот жалко, не взял я с собой эхолот. Есть у меня круглый такой эхолот беспроводной. И вот им бы глубины как раз бы проверить можно было бы. Но всегда что-то забываешь. Ладно, сейчас я буду готовить что-нибудь кушать. Я проголодался, весь день голодный. И пока печка греется, как раз на ней и буду готовить. Переставил на газовую горелку. Так намного быстрее. Уже чайник воды растопил. Решил я все-таки поискать глубину. Ну, блин, вот где-то здесь, по-моему, ловили мы в прошлом году.
Ну, как сказал на газу все намного быстрее кипятилось. Буду готовить макароны. Так. Надо только воду посолить. Думаю, хватит. Ой, чайник закипел. Значит, кофеек попьем. Блин, ложку, вилку опять не взял. Надо уже выделить какую-то походную. Так, макароны варятся. Что-то я подустал с этими настройками всякими. Конечно, такое дело организовывать надо с ночевкой, чтобы времени было намного больше. Ну а я вот так вот, как обычно, с бухты-барахты собрался, поехал. Вот. И с кем-нибудь вдвоем, чтобы был какой-то помощник, что-то, где-то что-то подсобить. В одного тяжеловато. Так, ну да ладно. Чай у нас кипятился. Надо попить горячего. За весь день ничего не пил, не ел. Во рту уже пересохло. Короны мои полетели куда-то. Воды можно было поменьше. Ничего страшного. Печку поставил, не знаю, какой это режим у нее. Но сейчас она практически не горит. В таком слабом режиме. Но вот когда топить хорошо, чтобы что-то приготовить, этого мало. Приходится ее вот приоткрывать, чтобы был огонек. Но сейчас этого хватает вполне. Пока все это у меня тут закипало, варилось, я уже... А, кстати, блин. Алюминиевая кружка-то горячая. Надо же мне еще ингредиент погреть. Сливки.
и сухой сырный соус. Честно говоря, не знаю, что получится. Ну вот такая вот у меня каша-малаша получилась. Это соус сырный. Ну а тут макарошки. Сейчас будем все это смешивать. Вот как-то так получается. Есть у меня доширак. Это, так сказать, был НЗ-запас. Но сейчас я с него вилочку возьму. А, его аккуратно уберем в пакет. Добавлю немного кетчупа. Все-таки макароны без кетчупа. Не макароны. Стояла кружка с кофе. Сейчас переставил на печку, остыла полностью. Тут у меня еще вода осталась. Она пойдет, чтобы помыть посуду. Брал еще с собой шницель. Вот думал пожарить, но забыл масло. Вот, а без масла, думаю, неинтересно будет. Вот, сейчас, в принципе, мне этих макарон хватит. Сейчас наесться за глаза. Главное не перегреть мой чай. Ну все, друзья, приятного аппетита. Я буду есть макарошки. Очень проголодался. Ну а после попробуем посмотреть в тех лунках, которые просверлил. Что там есть по глубине. Попробуем что-нибудь половить. Пока есть у меня часок еще в запасе. Так что приятного всем аппетита. Я буду кушать. Так-то неплохо. Конечно, со шницелем было бы вкуснее намного. Так, ну чё, посмотрим, чё у нас тут. Тоже не шибко глубоко. Думаю, не стоит на этой лунке задерживаться. Так, следующее. Даже не думал, что раньше рыбачил такой гуще.
Вон и рыба. Только что это за рыба? Плотва, что ли? Плотвы раньше здесь не было. Или окуня-то. Похоже на окуня. Откуда он тут взялся? Ладно, идем на следующую. О, руки замерзли уже. Ну, что-то с рыбой-то вообще тут не видно никого. Да еще что-то так холодно стало. Солнце заходит уже. Подмерзаешь конкретно. Надо идти греться. Сейчас уже, наверное, больше, точнее, ниже 20 градусов мороза. Но уже ощущается хорошо. Даже из тепла выходишь, руки мерзнут. Друзья, не знаю, откуда здесь взялся окунь, его здесь сроду не было. Но сейчас на камеру отчетливо его видим.
Друзья, все-таки я выманил. Смотрите, какой ротан, ротанище. Самое что интересное, стоял он вместе с окунем, бок в бок, и еще видел андатру. Андатру или крыса водяная. Вот такой красавец. Смотрите. Крупный. Больше, к сожалению, не видно никого. Вот, ну и, наверное, брать я его с собой не буду. Чё мне, куда его одного? Так что мы его отпустим. Всё, ушел. Ну а на камеру интересно ловить. У меня, к сожалению, печка уже практически прогорела. Ну, еще теплая. И в палатке довольно прохладно стало. Да, интересно, друзья. Все на это смотреть. Но, к сожалению, времени у меня осталось совсем немного. И я сейчас, наверное, буду уже собираться. Вот. Почему не остался до темна? Прикинул некоторые факторы, что мне впервые собирать эту палатку. Ну и дорога довольно длинная. И кто знает, что там по дороге еще может случиться. Тем более мне ехать в подъем. То есть это тоже неизвестно, как, что проеду. Ладно. Тихоньку буду собираться. Сейчас допью свой кофе. Хоть и в палатке, но слегка замерз. От пола довольно холодно. Вот, а печка уже перестала гореть. И довольно быстро палатка остывает. Но вот эта тема с камерами довольно интересна. И надо ее как-то развивать. Смотрите, друзья, какой вид. Солнце не видно, но закат.
Ну что, друзья, на этом буду я заканчивать свое такое небольшое приключение. Палатку собрал довольно быстро, сам удивился. Вот, но время сегодня провел классно. Рыбу, в принципе, я поймал, отпустил. Также я ее увидел на камеру. Приготовил, можно сказать, ужин в уютном, теплом месте, где-то в глуши, в тайге, вот на таком необычном озере. Но это, друзья, словами не передать. Эмоции зашкаливают. Сейчас еще 4 километра дороги. Надеюсь, она будет отличная, без происшествий. Не хотелось бы по темноте как-то здесь выбираться. И еще один момент меня напрягал, когда я сюда ехал. Изначально шла небольшая буранка. Вот. И по этой буранке было много следов. Следы, ну, я так думаю, собачьи. Но опять же, тут такая глушь. До ближайшего населенного пункта еще ехать прилично. И что сделали здесь собаки, непонятно. И причем их много. Возможно, какие-то дикие, какая-то стая бегает. Ну, надеюсь, что это собаки, так как у меня ничего сегодня с собой для безопасности нету. Так что отправляемся до машины. Вот только сказал, без происшествий. Открутилась у меня заводилка, не знаю, что делать. И она сейчас задевает там. Блин. В общем, закрепил маленькую щепочку, надеюсь, будет держать. Ну все, друзья, всем здоровья, добра, мира над головой. И всем до новых встреч. Всем пока. А я поехал. Надеюсь, я доеду.